Скандальная история с таксистом, который сбил москвичку из-за сделанного замечания, сегодня получила продолжение. Нашей программе удалось выйти на след агрессивного водителя. Кем он оказался и что о нем рассказывает его семья? Об этом в репортаже Ярослава Красиенко. Уролог мне прописал, конечно, успокоительное. А еще лекарство от бессонницы, обезболивающее и жаропонижающее. После ночного избиения Ольга плохо спит и почти не ест. Дети у меня сейчас оставлены на... Готовлю плохо. Таксиста Сергея Фомина, который изуродовал девушку из-за замечания о стиле вождения, до сих пор не могут найти. Хотя, казалось бы, все данные, вот они, в базе таксопарка. Информацию, которую таксисты указывают в анкетах при приеме на работу, никто, как правило, даже не проверяет. К примеру, Сергей Фомин в качестве своего постоянного московского адреса указал вот это здание, которое мало того, что не жилое, оно вообще заброшенное. А это город Борисоглебск в 200 километрах от Воронежа. Здесь прописан Сергей Фомин. Но ни бывшая жена, ни сын не видели его очень давно. Ну, а вообще вспыльчивый такой человек, папа? Временами бывал. Мне, честно говоря, даже неприятно на это все смотреть, его такое поведение. У Фомина отношения с женщинами явно не складывались. Развелся с одной женой, затем со второй. Да, желающих работать в такси очень много. Таксист Николай уверен, коллега мог сорваться из-за проблем в личной жизни. Тестов на стрессоустойчивость в таксопарках не проводят. Если даже и есть какой-то негатив, это не должно выплескиваться ни на пассажиров, ни на прохожих. Посмотрите, сколько здесь юридических лиц. Одно юридическое лицо посредник по подключению, другое юридическое лицо выдает машину. Эту схему агрегаторы используют, чтобы избежать ответственности. Елена по вине таксиста получила в аварии тяжелые травмы. В суде смогла доказать. За все отвечает компания-агрегатор. Это же они направили к ней данную машину. То есть они несут полную ответственность перед этой пассажиркой. Избитая таксистом Ольга сейчас тоже готовит судебный иск. Люди приезжают на брендированных машинах с желтыми номерами, и получается вот такое вот. То есть их вообще никто никак не контролирует. Теперь она рассчитывает на компенсацию ущерба. Ярослав Красиенко, Михаил Викулин и Олег Добин. Вести.